ВКонтакте. Самые красивые открытки с днем рождения женщине, девушке. Мотиваторы для похудения на работу. Успех смешные. Страшная игра подростков «Синий кит» – демотиваторы для мужчин и женщин на все случаи жизни. Как правильно и красиво сделать оглавление и содержание. Word, что такое тильт в жизни, от чего возникает и как с ним бороться – самое популярное. В рубрике «СМС-шутки» прикольные короткие, в две строчки. Сборник веселых СМС-шуток, для которые вы можете отправить своим родным, близким и знакомым. Веселые СМС-шутки, как распознать, кто с тобой переписывается в интернете. Всегда интересно, кто с тобой переписывается в интернете, особенно если есть флирт. Как это сделать, читайте статью. Лучшие умные, смешные и прикольные фразы, цитаты, статусы. Если хотите блеснуть умом в компании друзей во время торжества, то выучите фразы про алкоголь. В статье «Почему девушка отвечает, но не пишет» первой самой популярной в рубрике «СМС-шутки прикольные короткие, в две строчки». Сборник веселых СМС-шуток, для которой вы можете отправить своим родным, близким и знакомым. Веселые СМС-шутки, как распознать, кто с тобой переписывается в интернете. Всегда интересно, кто с тобой переписывается в интернете, особенно если есть флирт. Как это сделать, читайте статью. Лучшие умные, смешные и прикольные фразы, цитаты, статусы. Если хотите блеснуть умом в компании друзей во время торжества, то выучите фразы про алкоголь. В статье «Почему девушка отвечает, но не пишет» первой